Что такое дружба? Дружба – это когда между двумя людьми есть какое-то общество. Дружба – это когда у людей есть общие интересы, когда они понимают друг друга и помогут. Дружба – это когда люди дружат, играют, лепят, приглашают друг друга на день рождения, конструируют. Дружба помогает нам учиться, жить. Дружба делает нас добрее, сильнее. Настоящий друг – это кто? Кто тебя понимает, с кем тебе нравится общаться, кто тебя никогда не предаст. Почему тебе нравятся твои друзья? Друзья, они хорошие и умные. Они нужны, чтобы помогать и делать чего-то. Я люблю с моей подругой мозаику собирать, играть в мяч. Люблю собирать конструктор, на качели качаться. С ними можно поиграть, собеседуешь. Чтобы в трудную минуту они помогли. А бывают такие случаи, когда родителей нету, а друзья могут заменить родителей. Потому что они очень гибкие, они никогда не ссорятся, они всегда помогают, и они очень умные. Мы придумываем игры и играем в них. Просто они веселые, играют, озорные. Твой лучший друг, какой он? Потому что он учит гимнастике. Потому что она очень-очень любительная подружка к друзьям. Потому что это мой родной друг. Он хороший, он добрый. Мы с ним вместе любим рисовать. То, что мы играем с ним вместе в динозавров. То, что он мне помогает придумывать всякие новые идеи. Я ему помогаю всегда. Мы приходим друг к другу в гости и поиграем, покушаем, например. Зачем вообще нужны друзья? Им будет очень скучно, больно. Человек без друзей, он одинокий. И бывают такие ситуации, когда у него нет семьи. Тогда ему семью заменят друзья, и он может поделиться своим горем и счастьем. Чтобы с ними поговорить, чтобы было весело. Потому что друг может всегда прийти на помощь. Потому что если быть без друзей, тогда, если друга не будет, то ты будешь сидеть и скучать.